Замминистра обороны Армении Арман Саркисян предлагает жестко наказывать лиц, распространяющих лживую информацию, связанную с армией и безопасностью страны, передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения. Если люди увидят, что за распространение лжи и панических настроений, якобы исходя из патриотических побуждений, кого-то привлекают к уголовной ответственности, то перестанут это делать, заявил замминистра во вторник на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности. По мнению Саркисяна, в сети царят хаос и паника, что неприемлемо. Он уверен, что и сами граждане должны осуждать тех, кто дезинформирует общественность в вопросах безопасности и положения дел в вооруженных силах. «Нужно называть вещи своими именами. Эти люди без родины», считает замминистра обороны Армении.